И последнее. В Сургуте открылась персональная юбилейная выставка художницы Натальи Горды. Порядка 50 картин экспонирует галерея современного искусства «Стерх». Здесь представлены работы в разных жанрах, выполненные за последние 20 лет. Это натюрморт, пейзаж, портреты и художественная композиция. Автор обращается к вечным темам, таким как любовь, семья, единение с человека с природой. Наталья Горда – живописец, график, педагог, живет и работает в Сургуте с 1982 года. Она постоянный участник городских, окружных, всероссийских, международных выставок и проектов. Ее творчество сегодня известно далеко за пределами города. Я пишу то, что меня вдохновляет. Очень люблю писать с натуры, поэтому тут большая часть моих работ из Черногории. Есть работы, посвященные и городу, и теме материнства, и мои автопортреты. Я никогда не работаю в плохом настроении, потому что я хочу передавать людям только радость, только позитив. На открытие экспозиции пришли близкие, друзья и поклонники Натальи Горды. Приветствовал всех председатель комитета культуры и туризма Сургута Антон Акулов. Он заверил художницу, что город готов способствовать дальнейшему развитию плодотворного сотрудничества. Выставку сопровождало музыкальное выступление. Казалось, словно картины и песни под гитару сплелись в единое целое. Посмотреть произведение заслуженного деятеля культуры Югры в день открытия нового сезона собрались 40 человек. Экспозиция доступна для обозрения в галерее современного искусства «Стерх» до 2 октября включительно. Яркие краски, теплые, знакомые очень места. Всем сургутянам тот же парк Засайма. Видно, как она любит это место, что к Сургуту она относится с большой теплотой, что ей здесь очень нравится. Последние работы последних лет, они более свободные, более искренние, более чистые и более эмоциональные. Есть картины те, которые вызывают раздумий, есть те, которые немножечко огорчают эмоционально, а есть те, которые воодушевляют.